Говорят, базар – это визитная карточка города. Как и в наши дни, здесь можно заметить много иностранцев. Старый город Ичари-Шаар остался практически неизменным. Невозможно устоять перед соблазном прогуляться по его улочкам. После осмотра старого города мы направились на Коммунистическую улицу. Здесь изменения по сравнению с нашим временем невелики, однако можно заметить некоторые отличия, например, новые заграждения на тротуарах, телефонные будки и уличные кафе. Площадь фонтанов остается популярным местом для отдыха, как и сейчас. Здесь мы видим фонтаны, послужившие источником названия этой площади.
отдыхая душой. Лодки памяти свет в небосклоне, парусом белокрылые кони. 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 Прогуливаясь по Баку, я не могу стоять перед возможностью выпить несколько чашек местного чая. Лодки памяти свет в небосклоне, парусом белокрылые кони. Лодки памяти свет в небосклоне, парусом белокрылые кони. Лодки памяти свет в небосклоне. Как не встретить своего 7-летнего я, находясь неподалеку от места своего рождения? Так что я не упустил эту уникальную возможность. И, конечно же, мы отправились в парк аттракционов. Надеюсь, найдутся люди, узнавшие себя среди развлекающейся детворы. Если да, то пишите в комментариях. Нам будет очень интересно. Ближе к вечеру кафе «Наргиз» начинает наполняться гостями. Здесь можно встретить множество знакомых лиц и насладиться атмосферой вечернего Баку. Чтобы завершить наше увлекательное путешествие во времени, я решил вернуться так же, как и приехал, на такси, исследуя вечерний город.
Зарин, с